По словам организаторов, идея отметить общий праздник ветеранов боевых действий возникла после слияния многих объединений в Центр поддержки инвалидов, ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих. Идею поддержали в администрации Оренбурга. Начнутся торжества в парке 50-летия СССР в программе возложения цветов к мемориалу памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. Концерт, спортивные соревнования, выставка вооружения и мототехники. Также желающие могут попробовать полевую кухню. Многие площадки будут работать специально для детей. Все памятные даты у нас приходятся на зиму. То есть 15 февраля, 11 декабря. Это ввод в Чеченскую республику, в Афганистан, ввод и вывод из Афганистана. Это полностью зимний период. И они специфические. То есть у каждого рода войск, у каждой организации есть как бы свой день. Основная идея Дня ветеранов боевых действий заключается в том, чтобы объединить всех. Организаторы уверены, что праздник станет семейным. И в скором времени войдет в традицию в первую субботу июля собираться, чтобы почтить память погибших и отдать дань уважения живым воинам.